Теперь выходим. Защитные скафандры на нас надеваются, потому что все-таки общаться с другой цивилизацией. Герметичные защитные скафандры полностью на нас надеты. Мы в безопасности. Итак, отправляемся. Вот тарелка, образ этот, который нам уже несколько Отправляемся раз видел. к летающей тарелке. Ну, в общем, есть эта тарелка, там открывается вход, там где. Там два существа. Они какие-то очень тонкие, очень вытянутые, ну, там, раза в четыре выше тарелки самой. Поздороваемся, представимся. Здравствуйте. Мы представители Земли. Пришли с вами познакомиться. Хотим с вами пообщаться. Можем ли мы отвлечь вас и пообщаться с вами, ну, ненадолго? Да, здесь вот такой вот транспортный аппарат, мы Вот. можем Специально этот слетать. аппарат специально. А, мы можем слетать к ним даже. Да. Если это возможно, то, конечно, будет очень интересно. Спасибо. Спасибо. А можем ли мы узнать, как вас зовут? Имени нет, поэтому арк можно называть, можно тур. Ну, то есть для нас чисто название какое-то. Ну, в общем, вот Хорошо. они говорят, можете тогда проходить, мы сейчас полетим. Мы проходим. Что мы должны делать? Может, мы должны куда-то сесть, там как-то где-то пристегнуться или Ну, что-то? если вот для нас сформировали два кресла, там белые такие, прям спорткар практически, как вот такие вот. Мы стартуем. Вот сейчас, как бы вот они говорят, настройтесь на сердце, чтобы попасть. Путь лежит через чистые намерения. Ключ, как бы я вижу этот коридор, в который мы залетаем. Кишка космическая. Именно сердцем своим туда попадаем без целей каких-то. Сейчас несколько таких оболочек мы проходим. То есть мы влетели уже как бы в область вот этой системы. Такая первая голубая сфера, мы пролетели сквозь нее. В транзитной зоне мы эту тарелку оставляем. И теперь как бы мы вот сейчас беремся в круг за руки. И я вижу, как мы в этом круге как бы вот начинает по кругу ходить энергия такая. Ну, внутри круга этого фактически образуется как бы такая вертикальная солнечная труба. И мы сейчас туда шагаем, и как бы в нее провалимся и оказываемся, ну, в общем, в каком-то пространстве. Одно такое, по ощущениям, оно как жидкость, что ли, но очень интересно. Даже не знаю, такого материала, наверное, нет у нас. Ну, на кофе есть пенка, да? Вот она кисельная пенка. Вот из такого под ногами мы можем ходить на этой поверхности, но эта поверхность, она как будто бы, ну, кисельная. Ну, вот я вижу, вот, что это кисель, вот мы там чуть отошли по этим. Ну, в общем, там, в общем, в каком-то месте оно внутрь планеты, так скажем, какая-то воронка, и вот кисель, 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 и вдруг вниз идет. Сама начинка планеты, да, Понял. она какая-то, не знаю, мне как ежевика смотрится. Очень странно, но... Почему такая ассоциация? Ну, то есть она как бы тоже не твердая, она как, ну, как и живая, понятно, да, но и как какая-то пульсирующая, что ли. То есть, ну, пульсирующая такая планета. В общем, да, это вот именно чтобы показать, что существенно отличается от того, что мы привыкли видеть, например, на своих планетах Солнечной системы. Хорошо. Так, теперь можно, например, Хорошо. прийти там, сесть в одну из лунок, так скажем, на этой планете, и там поговорить. Так, хорошо, давай пойдем. Там уже. А какие ценности у них в жизни? Любить, то есть у них такого слова не совсем нету, любить. Они называют это знать друг друга. Любовь как познание. Они говорят, что, ну, то есть я познал тебя, да, то есть я знаю тебя. То есть даже отголоски такие есть у нас на Земле. Ну, то есть мы говорим, например, Адам познал Еву, да? И там
именно любовь выражается как безграничное познание друг друга, да? Каких-то существ или много существ участвуют вот в этом вот процессе познания? Я вот сейчас вот их вижу до сих пор как неразделенными, да? То есть не то чтобы неразделенными, а вот я говорю, веры. То есть значит, что вот есть один, второй, и они как бы перетекают снова в другой, то есть вот так вот в один, другой, другой. Ну, то есть только постоянно вот так происходит. Поэтому еще я не вижу никого вокруг. То есть, ну, может быть, тоже не рассматриваю. Но, по крайней мере, вот я вижу сейчас вот этих двоих. В общем, я сейчас вот вижу образ такой. То есть, вот, например, мы считаем цифры 1, 2, там, 3, да? Они не умеют так считать 1, 2, 3. У них как бы вот эти... Между 1 и 2 веер так тоже. То есть, как бы вот один прям вот... Как вот если растиражировать один там миллион раз между единицей и двойкой, да? Ну, там, от единицы к двойке, а от двойки к единице. То есть, как-то один перетекает в двойку, и вот они вот одновременно воспринимают все эти деления. То есть, короче, у них нету разделения, то есть у них все деления одновременны. Mm-hmm. Но вот они поэтому и, видимо, такими... Ну, как вот образ мой идет такой, что, что вот да, что интересно, что ну, то есть это у них нет понятия как счет, например. То есть они не скажут там, сколько яблок на дереве, например. У них это дерево тоже, опять же, практически ну, вот тоже так тиражируется, то есть верообразно, ну, то есть вибрирует. И у них там миллион деревьев сразу во всех его позициях, там и яблоки тоже в миллионах видах от самого гнилого до от разложившегося до самого спелого, там, условно говоря. И вот просто им очень тяжело вот брать и вот эти кадры вынимать из диафильма, как бы, то есть, что вот это дерево там зимой, это дерево летом. Или что это один, а это два, или что это там Маша, а это Сережа, например. То есть им ну прям вот нужно напрячься, чтобы так сделать. А чем вообще они занимаются в основном? Вот они сейчас показывают мне соседние планеты, да? То есть там вот сейчас на меня летят куча разных планет, и все они летят на меня в... То есть мне сейчас показали их по отдельности, но... Сейчас они показывают, как они видят. То есть они, например, видят их тоже вот так вот веером. То есть, например, возьмем тоже Землю, например, да? То есть они ее видят сразу... То есть не то, что сразу, они только ее и могут видеть, как одновременно и вот зарождающийся, и умирающий, например, да? Mm-hmm. И mm-hmm. там во всех этих всяких измерениях временных. И что они делают? Они видят всю картину в целом. И видят, ну, как бы могут там взять личку, условно, и полить, например, ее. Вот взять и полить лейкой ну, какие-то определенные диафильмы. Ну, свое внимание туда направляют. Тем самым изменяется вся система в целом, например. Вот этим они могут заниматься. Можно ли сказать, что отдалить, ну вот кто там на наш язык любовь, значит, они притягивают, а кто не любовь, того отдаляют. Но просто нейтральное отношение или именно прям есть у них вообще негативное отношение к другому арктурианцу? Или просто вот этот притягивается, то есть на наш язык это любовь, а второй просто нейтральный. Или прям есть кого они прям вот не любят, прям вот отталкивают от себя. Безусловно, у них есть ну, полный спектр любви, да, то есть они умеют и отталкивать, и притягивать. Mm-hmm. То есть и делают это ну, с одинаковым настроем. Mm-hmm. То есть это в принципе ну, как нам шагать либо вперед, либо назад. То есть, ну, нам-то что вперед, что назад шагать, нету особо душевной разницы.
Также вот им, честно говоря, тоже вот для нас почему-то вот на Земле по-другому. То есть там ненавидеть и любить — это для нас разные вещи. Mm-hmm. Вот. Ну, по знаку, да. А для них это как все-таки шагать вперед или назад для нас. Mm-hmm. Ну, понятно. То есть это знаешь почему? Это потому что ну, они действительно ну, ценность осознают ненависти, допустим. Да? То есть это не принижаемая какая-то для них эмоция. Есть ли у артуриканцев душа? Ну, вот у них, да, душа коллективная такая. Получается, как пузырики вот, слепились все вместе. То есть они как бы только вместе, но ну, и отдельно, в принципе, все-таки есть еще. Хорошо. А что в душе развивается у них? Глубина, насколько ты, вот твой пузырик, так скажем, осознает вот, пузырики дальние. Да? То есть мы, например, можем, как бы, если считать, что мы там осознаем себя, да, то мы можем осознать там палец на ноге, и это будет дальний пузырик. Или там нос, условно говоря, это будет, допустим, ближний пузырик. Ну, в их душе, да, вот в этой коллективной душе, это именно чем они лучше становятся, тем вот это плотнее становится энергия. И... Хорошо. Чему мы можем научиться у артурианца? Ну, вот именно вот этому как бы держаться друг за друга. То есть вот в Земле там все рассыпчатое такое у нас. То есть вот они так вот рукой как бы проводят, вот горошинки — это люди. Mm-hmm. И все горошинки, они как бы сквозь пальцы проходят, и ну, на ладони ничего не остается. А взять так вот, например, пузыри мыльные, вот ладонь под них поставить, ну, вот, если они крепкие, да, то mm-hmm. они все поднимаются вместе с ладонью. Mm-hmm. То есть именно попробовать хотя бы внутри там 2-3 пузырика, да, держать вместе, то есть именно так, ну, и мысленно, и в действиях, и в мыслях, ну, вот именно взять вот так вот втроем, не обязательно, ну, можно медитация, можно вот в жизни как бы вот сцепку вот эту сделать, попробовать, и вот пожить, например, день в этой сцепке. Просто вот как мы, например, осознавать можем часть тела, свои пальцы, ноги. Вот можно такую практику сделать. Допустим, три mm-hmm. человека сегодня может в разных городах находиться или в одном доме. Они осознанно не теряют сцепку друг с другом. То есть такие вот идут как бы... Ну, осознанно. То есть их осознанно. Не слепили, а они просто сами держатся друг за да, друга. Да, и... Но каждый должен именно делать это. То есть это как бы вот... Ну, можно там 20 минут начинать, например, потом увеличить до часа, потом до двух, потом до трех. И вот в какой-то момент вот эти три человека могут в день, например, пользоваться своей кумулятивной энергией на троих. То есть каждый по себе отдельности, он как горох провалится, а втроем они выше на руке поднимутся вверх. Вот. Они так поймут, что это действительно поймут на практике, что это дает им результат. Они возьмут четвертого, потом пятого. И ну, в конце концов цивилизация вообще дойдет до того, что сцепка будет все больше и больше, как у них сейчас. И ну, совсем другие темпы развития ну, именно качественного пойдут. Ну, реально использовать эти занятия у нас на Земле будет кто-то такие занятия делать, выполнять. То есть это нужно в каком-то ну, как-то, как занятие именно люди должны это проводить. Ну, вот мне сейчас показывают, что в принципе сейчас вот разбросано где-то по вплоть до 17 шариков уже где-то сцеплено. То есть это, ну, не что-то архиновое.
есть уже такие шарики. И ну, все-таки я вижу, что вот по 2-3 очень много будет через какое-то время. Mm-hmm. А ну, вот... потом ну, будут уже, может быть, даже целые города. Но это не сейчас, mm-hmm. это через ну, 150-200 вот где-то вот так показывает. Можно ли назвать, проводился такой эксперимент, там, так вот людей, как бы, их сцепляли цепью, два человека, и отпускали, они должны были пройти из точки А в точку Б, ну не по асфальту, а по какому-то лесу, там преодолевали какие-то препятствия, они должны были вдвоем вот в этой завязанной этой цепью пройти. И должны были так сутки продержаться. Они должны, соответственно, раз они связаны цепью, они все должны делать ну, вместе. Можно ли сказать, что это задание это было вот как бы отсюда? Ну, это как будто этот, вот эта мысль о сцепке, она проецируется на разные уровни сознания. И на каком-то из уровней сознания, но достаточно низком, в принципе, вот она так может материализоваться, эта мысль. Мы тогда скажем спасибо.